В эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске вы увидите. Шито-крыто не вышло. Армавирские полицейские взяли так называемых «медвежатников». Об этом узнала Юлия Чернышова. 27 декабря состоялось заседание последней в этом году 29-й сессии Армавирской городской думы, на которой присутствовала Наталья Замора. Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Армавирская служба спасения еще и свой 10-летний юбилей. Об этом Мария Фалькова. В Армавире задержали банду взломщиков сейфов, которая орудовала по всему краю. Оперативники поймали нарушителей с поличным. Это была совместная операция ростовских и армавирских правоохранителей. Что удалось обнаружить полицейским, как проходило задержание, увидела Юлия Чернышова. Все равны, как на подбор. Возможно, этим трем задержанным атлетам скоро придется есть тюремные котлеты. Банда взломщиков сейфов из Ростовской области гастролировала по всему Краснодарскому краю в течение 2 лет. Неуловимых взяли в Армавире, причем с поличным и к тому же на месте преступления. Скрыться на личном автомобиле медвежатникам не удалось. При задержании полицейские изъяли крупную денежную сумму. В период времени с часу до 2 ночи неустановленные лица проникли в помещение одного из офисов, расположенных в городе Армавире, промзона 16. Из металлического ящика ими были похищены денежные средства в сумме порядка 300 тысяч рублей. Ломы, фомки и отмычки – настоящий набор профессионала-взломщика. Как говорят следователи, банда из 3 человек предпочитала проникать в офисы фирм. Грабежами задержанные занимались не 1 год. Кстати, все 3 ранее судимы за грабежи и разбой. В настоящее время данные лица задержаны. Все они являются жителями Ростовской области. Возраст задержанных варьируется от 30 до 55 лет. Следователи сейчас выясняют, сколько кубанских офисов посетили ростовские гастролеры и какую ущерб нанесли. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовный кодекс Российской Федерации. Возможно, в ближайшее время он станет любимой книгой задержанных. Знание законов никому не повредит. А вот их игнорирование, как в случае данных арестантов, грозит 5 годами лишения свободы. Юлия Чернышова, Александр Жирлеев, служба новостей Армавира. «27 декабря состоялось заседание 29-й сессии Армавирской городской думы. В последний раз в этом году депутаты собрались для рассмотрения волнующих город вопросов. Что было вынесено на повестку дня, рассказывает Наталья Замора. Безопасности города и его жителей на сегодняшний день уделяется большое внимание. Регулярные рейды, оперативные мероприятия, проводимые Армавирским отделом МВД, помогают стабилизировать обстановку в Армавире. Этот вопрос стал одним из наиболее обсуждаемых на повестке дня у народных избранников. Общественное формирование правопорядок насчитывает на сегодняшний день 109 человек. Между общественным формированием правопорядок и иными словами ДНД заключено соответствующее соглашение взаимодействия с отделом МВД РФ по городу Армавир. Между добровольным казачьим дружиной заключено тройственное такое соглашение между администрацией Краснодарского края, между ГУВД Краснодарского края и между администрацией Краснодарского края. Как было отмечено, главное, что помогает сохранять покой на улицах города, это соблюдение законов самими гражданами. Утвердив озвученное, депутаты традиционно приступили к рассмотрению вопроса о местном бюджете. По данным заместителя главы, общий объем доходов и расходов увеличился на сумму более 74 миллионов рублей. Такие изменения стали возможны благодаря поступлению средств из края на следующие нужды. На ведомственную целевую программу создания системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности 56 миллионов. Значит, на долгосрочную целевую программу развития системы дошкольного образования 7 миллионов, на реализацию молодежной политики 46 тысяч, на модернизацию здравоохранения 10 миллионов 700. Значит, на ведомственную целевую программу мониторинг состояния дна берегов, изменения особенность состояния водоохранных вод 645 тысяч. Постановка на налоговый учет иногородних предпринимателей и организаций стала следующей темой обсуждения. Как отметил глава Андрей Харченко, фискальным органам этому вопросу необходимо уделять должное внимание. Если мы сейчас уже научились понимать порядок регистрации фирм по уплате налогов НДФЛ, там где выполняются работы, мы еще говорим, что форма 2 предусматривает конец формы, где видно фонд заработной платы. Поэтому я просил бы, чтобы вы
смотрели уплату налога на добавленную стоимость, вот, заработные платы, которые предусмотрены по факту выполненных работ. Заседание 29-й сессии продолжили вопросы, касающиеся структуры администрации, жилищно-коммунального хозяйства, а также спортивной и культурной жизни Армавира. Наталья Замора, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. К другим новостям. С 1 по 30 декабря Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 13 в Армавире проводит акцию «В Новый год без долгов», в рамках которой осуществляется ряд мероприятий. Ежедневно мобильные группы в составе сотрудников ГИБДД и налоговой службы выходят на улицы города и проводят мониторинг граждан. Проверяется наличие задолженности на конец года. В случае выявления должников гражданин выписывается квитанция на уплату имущественных налогов. Также работники фискальной службы проводят подворовые обходы задолжников. Кроме того, узнать свою задолженность по имущественным налогам физические лица могут на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру, на интернет-сервисе «Узнай свою задолженность». Сотрудники фискальных органов подчеркивают, что Новый год нужно встречать без долгов, выполнив свой гражданский долг. Памятная дата. В России первые удостоверения личности появились в 18 веке. После революции 1917 года паспорта были отменены, как пережиток царизма и деспотизма. Удостоверением личности признавался любой документ, от справки волосполкома до профсоюзного билета. Ровно 74 года назад, 27 декабря 1932 года, паспорта вернули в города, поселках городского типа, райцентрах, а также Московской области и ряде районов Ленинградской области. Военнослужащим, инвалидам и жителям сельской местности такие документы не выдавались. В 60-е годы 20 века генеральным секретарем ЦК КПСС Хрущевым были введены паспорта и для крестьян. 27 декабря Российская служба спасения отмечает свой профессиональный праздник. В этот день, 21 год назад, образован Российский корпус спасателей. Необходимость создания такой службы в России была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Команда армавирских спасателей помимо профессионального дня празднует и десятилетний юбилей. История образования службы жизни в Армавире и многое другое в материале Марии Фальковой. Обязательно проверка автомобиля перед выездом на вызов. Несмотря на то, что сегодня их профессиональный праздник, о выходном никто не думает. Ведь в любую минуту может поступить звонок о помощи на пост дежурного. Но сейчас в парадной одежде армавирские спасатели выходят на последнее построение перед выездом к городским властям, которые поздравят их с профессиональным праздником. Служба спасения города Армавира образовалась в 1999 году, в апреле, но фактически стала реально работать с 2002 года. 8 января. Можно сказать, что десятилетие мы отмечаем вместе с службой спасения, вместе с Днем спасателя. За 10 лет существования службы спасения в Армавире выезжали на место ЧП почти 7 тысяч раз. Только в этом уже уходящем году на счету у городских спасателей 740 вызовов. Самая главная наша заслуга, я считаю, в этом году, то, что мы здесь на втором водохранилище отработали на ноль. У нас ни одного погибшего. Это очень приятно, то есть в туне не пропадают наши старания спасателей. Сейчас в службе спасения работает 26 человек, из них 22 оперативных сотрудника. И все они постоянно несут службу, реагируя на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду. Мария Фалькова, Дмитрий Тишко, служба новостей Армавира. Далее выпуски международные новости, после чего мы вновь вернемся к городским событиям. В Лондоне, где сейчас полным ходом идут рождественские распродажи, в понедельник в одном из магазинов произошла массовая драка. В результате от ножевых ранений скончался 18-летний молодой человек. Все подробности далее. Стычка между двумя группами подростков началась в магазине на Оксфорд-стрит. В это время там находились сотни покупателей. Полиция сообщила, что 10 человек были арестованы. Кроме этого, нескольким магазинам в округе пришлось закрыться раньше. В это время это, пожалуй, самое оживленное место в Великобритании, и это самый оживленный торговый день. Поэтому для нас было действительно сложно сложить воедино все обстоятельства случившегося. Но с другой стороны, у нас, скорее всего, будет больше свидетелей, чем обычно. И я очень жду, что они придут поговорить с нами. Представитель полиции также сообщил, что родственникам погибшего уже сообщили о трагедии. Также ожидаются результаты официальной экспертизы. В день после Рождества, когда в магазинах идут распродажи, Оксфорд-стрит становится одной из самых оживленных улиц в году в Великобритании.
На Рождество в Афинах устроили праздничный обед для малоимущих и бездомных жителей города. Некоторые забрали бесплатную еду домой, но многие остались, чтобы послушать оркестр, исполняющий традиционные греческие мелодии. Несмотря на экономический кризис, мы выполнили наше обязательство и предложили бесплатную пищу для бездомных и всех, кто в ней нуждается. Димитрий 28 лет. Она пришла на бесплатный обед с мамой. К сожалению, у нас нет финансовой поддержки, поэтому мы сюда пришли. Греческая экономика уже 4 года подряд переживает кризис. За этот период уровень безработицы достиг 17,5%, что значительно превышает средний показатель по еврозоне, который составляет 10,2%. Молодежь, которая в последние месяцы периодически устраивает акции протеста против мер экономии, по-прежнему остается самой уязвимой группой населения. Среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет количество безработных составляет 46,4%. Помимо этого, повышение налогов и урезание пенсий и зарплат в государственном секторе привели к снижению потребительского спроса. В результате свою деятельность прекратили около 60 тысяч частных компаний. Ожидается, что в этом году объем греческой экономики сократится более чем на 5,5%, а восстановление можно будет наблюдать не ранее 2013 года. Лишние килограммы, набранные во время праздничных трапез, сбрасывают берлинцы. Делают это они традиционно, участвуя в так называемом гусином забеге. Именно блюдо из гуся на рождественском столе у немцев самое желанное, но при этом и самое жирное. 280 участников собрались вместе, чтобы пробежаться за гусем по Грюнвальдскому лесу. Однако живого гуся, видимо, не нашли, поэтому пришлось обойтись чучелом утки. С этой уткой в руках марафон возглавляет сам Санта-Клаус. Усилия бегунов вознаграждаются уже на полпути. Для них организован привал, где худеющие участники могут съесть бутербродик, отведать торта и выпить стаканчик глинтвейна. Такие забеги 12 лет подряд организовывал берлинский спортивный клуб «Шарлоттенбург». А в этом году инициатором стал энтузиаст Бернд Хюбнер. Пробежав 5 километров, я чувствую себя прекрасно. И после жареного гуся это способ расслабиться. Это нужно воспринимать как шутливый забег. Я знаю здесь почти всех и некоторых вижу раз в год только в этот день. Это просто весело. «26 декабря в Краснодаре прошла традиционная губернаторская елка. Школьники со всего края собрались во Дворце искусств творческого объединения «Премьера». Армавир представляла 14 лучших учеников, благодаря которым городу есть чем гордиться. Это дети не просто одаренные, это победители краевых, всероссийских конкурсов, спортивной направленности, творческих конкурсов, победители олимпиад предметных. И вот для этих детей главным подарком стало представление. Яркое, красочное, которое прошло в городе Краснодаре. Не также этим детям вручили сладкие подарки от губернатора. 27 декабря 27 армавирских ребят отправились в край на новогоднее представление ЗСК. 10 же января уже в Армавире пройдет елка главы города. Армавирские дети с ограниченными возможностями здоровья смогли увидеть праздничное новогоднее представление. Благотворительный утренник, организованный меценатами города, стал для них настоящим сюрпризом. Красавица елка, сказочные персонажи, карнавальные костюмы и, конечно же, подарки сделали праздник незабываемым. Об этом наш следующий материал. Хватит ждать мороза, звать гости! На мои не бойтесь, гости! Неожиданные гости приятно удивили приглашенных, но ребята не растерялись, а наоборот, решили вместе с ними повеселиться. Шутки, игры, песни – это стало началом новогоднего представления. Такое масштабное яркое мероприятие для детей с ограниченными возможностями проходит впервые. С инициативой его проведения выступили депутаты Армавирской городской думы Андрей Дорошенко, руководство банкет-холла Сергей и Сусана Закарян и администрация торгового центра «Маркер» Рубен Вартанов и Юрий Геворкянц. Общими усилиями детям была подарена новогодняя сказка. Нашей администрации и городской думы большое внимание уделяется нашим детям с ограниченными возможностями здоровья. Проводится
разные мероприятия, в том числе и вот как сейчас это было мероприятие новогоднее. Сказочные персонажи радовали малышей своими интересными конкурсами, а те, в свою очередь, удивляли новогодними костюмами. Зайчики, лисички, мультипликационные герои – все собрались вокруг пушистой красавицы елки. Кульминацией праздника стало появление самого Деда Мороза с огромным мешком с подарками, без которых не ушел ни один ребенок. От лица всех родителей, присутствующих в зале, я хотел бы поблагодарить организаторов этого праздника, спонсоров, которые устроили замечательное представление для наших детей. Просто было прекрасно видно, как у детей глаза светились, как они радовались. И мне очень хочется выразить большое спасибо Деду Морозу, Снегурочке, всем артистам, которые так замечательно выступали и сделали просто чудесное мероприятие, честный праздник для наших детей. Еще долго ребята будут вспоминать сказочных героев, но впереди их ждет настоящий Новый год. Наталья Замура, Дмитрий Тишко, служба новостей Армавира. Деды Морозы и Снегурочки поздравили горожан с наступающим Новым годом. Главные герои зимнего праздника 27 декабря разъехались по всем районам города с определенной целью. Дедушки Морозы и Снегурочки дарили прохожим детям и их родителям подарки. От армавирцев же, в свою очередь, требовалось рассказать стихотворение или спеть песню. На центральной площади Армавира сказочные герои водили хороводы, после чего отправились в гости к детям с ограниченными возможностями здоровья. До великого праздника осталось 4 дня. Скоро Новый год. Этот праздник ждут все малые дети. И мы, конечно, с моей милой Снегурочкой желаем только счастья, благопорочитания и большой чистой любви каждой семье нашего города, нашего края, нашей большой необъятной родины, нашей России. Ура! Наступающим Новым годом! Об этих и других событиях вы также сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv. Там же вам доступна видеоверсия твоих новостей. А на форуме медиагрупп можно предложить волнующие вас темы для репортажа информационной программы «Твои новости». На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. А я прощаюсь с вами и желаю только хороших новостей. Имидж ведущий – магазин женской одежды «Лара», улица Азовская, 4 и Тургенева, 140, торговый центр «Оскар».